and smile, 'cause it's been a while. It's been like a whole day since I stopped, so you could hold me. But this child awaits, strong in the faith. Lord, you are the refuge that I can't wait to get to, 'cause I can't let a day go. Can't let a day go by without thanking you for the joy that you bring to my life. Прибрежные курортные города 1770 и Agnes Water расположены на южной части Большого барьерного рифа в Австралии. В 520 километров от Брисбена, в 6 часах езды на машине, поверьте, с хорошей компанией это время пролетает как миг. To rain on my dreams. It's not a big deal. Let it wash all the bugs off my windshield. 'Cause you're showing me that in you I'm free. And you're still the refuge that I've just got to get to. So I won't let a day go. Won't let a day go by. So put the drop top down, turn it up, I'm ready to fly. And кстати, город построен на месте высадки в Австралии Джеймса Кука в мае 1770 года. И только в 1936 году, после того, как были обследованы городские участки, город был переименован с Round Hill на 1770, чтобы признать историческое значение города. Be the beautiful I sing about. There ain't no limitations to your amazing grace. Your amazing grace. Круиз к барьерному рифу от 1770 к острову Леди Масгрейв и лагуне – это незабываемое впечатление. Всего 90 минут путешествия на быстроходном катере и наслаждаешься 5 часами на южном большом барьерном рифе. Один маленький недочет – при больших волнах у многих выявлялась морская болезнь.
Снимаем репортаж. Снимаем наших родителей, Ксюша. Наши родители сегодня выглядят просто замечательно, да? Наши родители. Посмотри, они улыбаются, у них хорошее настроение. А у самого хорошего настроения, у кого знаешь, у Жорика. У Жорика самое лучшее настроение. А теперь ты, Мирочка, Мирочка, скажи что-нибудь. Отлично. А ты что-нибудь скажи? Привет. Селебрити. Ты тоже селебрити? Ага. Данил? Данил ничего не говорит. Он просто говорит да. Мама, мы снимаем друг друга. Мы на острове. Да, мы на острове Леди Мазгрейв. Это уникальный коралловый остров площадью 14 гектаров. Это второй самый южный остров в цепи островов Большого Барьерного Рифа. Первым и самым южным является остров Леди Эллиот. Леди Мазгрейв. Отлично. Леди. Леди Мазгрейв. Вы на Леди Мазгрейв. Определенный интересный остров, да? Деревья да, такие. Да, все равно, да. Такого нет. В нашей компании присутствуют креативщики. Особенно хочется отметить вот эту фотографию. По всему острову имеются странные норки. Эти норки конструируют с декабря по май перелетные кленовые буревестники, широко известные как бараньи птицы. Они гнездятся в норах внутри острова. Норы могут иметь длину 2 метра.
Перед выездом из 1770 мы решили сделать общую фотографию на память. Поверьте или нет, эту фотографию сделал 90-летний мужчина, который с удовольствием нам уступил это вакантное место, где до этого сидел и пил кофе. Знаменитой фабрики Бандерланг, наш любимый напиток. После тестирования орешков можно поколоть их в саду, на земле их множество. После Бандерберга мы заехали в Харви Бэй, чтобы отдохнуть и сделать пару фотографий, а затем вернуться домой в Брисбен.